домик в деревне. Одесский губернатор купил небольшой дом в селе Ставрово Акнянского района и прописался там. По словам Степанова, он это сделал с благими намерениями. Своими платежами хочет поспособствовать открытию новой школы, здание которой не могут построить более 10 лет. Я принял решение зарегистрироваться в Одесской области вот через такой способ. На прошлой неделе заплатил налоги. Почему? Акнянский район, ну, потому что там на одном из аппаратных совещаний мы рассматривали вопрос образования. Акнянский район находится в числе последних по сдаче ЗНО.